Истинный вор в законе – это в первую очередь профессионал, настоящий мастер воровского ремесла. С чего ты кормишься, тот ты и есть по сути своей и по жизни, так гласит воровской закон. Воровская семья – это своего рода профессиональный союз, объединение духовно близких людей, завязанных на четких принципах и предельно жестких законах, которые каждому вору надлежит свято чтить и оберегать от всякого рода посягательств. Рядом с вором всегда воровитый люд, босяки, живущие воровством и от воровского промысла. Их знают по делам на воле и образу жизни в неволе. Любой из таких босяков способен продемонстрировать свой высочайший уровень мастерства и знания воровского закона. Если вор не будет воровать, тогда как отличить его от фраера? Кто не ворует, тот в завязке. И уже не важно, по какой причине ты в завязке, тебя сломали. Если вор на воле не живет от воровского промысла, он утрачивает свою сущность, как и имя. А беспредельщики плевать хотели на воровские принципы, считая их устаревшими и ненужными заморочками. Беспредел живет по выгоде, от подношений, на проценты от коммерческих сделок, этим самым ставя себя на одну ступень с барыгами-коммерсантами. Беспредел окружает себя быками-исполнителями, мокрушниками, копниками, бакланами и барыгами. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. У истинных воров в законе все основные вопросы, тем более конфликтные ситуации, обязательно решаются коллегиально, на воровской сходке. Воры предельно щепетильны в вопросах чести и судьбы человеческой. У воров запрещены решения, а тем более приговоры вне рамок воровской сходки. Заочные решения считаются посягательством на воровские принципы, караются по всей строгости воровского закона. В отличие от истинных воров в законе, отступники-беспредельщики особо не заморачиваются по поводу принципов, не обременяют себя условностями, а тем более рамками закона. Для отступников не существует процедурных вопросов, они не признают коллегиальности, они запросто выносят заочные решения и определения по любому поводу, а то и вовсе без повода, клеймят своих оппонентов, забрасывают дерьмом, навешивают разного рода ярлыки, при очных встречах ломают людей без всякого разбирательства. У беспредельщиков нет и не может быть принципов, а только амбиции и интересы, этим и руководствуются. Для беспредела честь человека не обладает неприкосновенностью. Они стараются забросать дерьмом своих недругов-оппонентов, придумывают разного рода рамсы, навешивают прочные ярлыки. Хотя нет большой разницы, каким именно способом упустили или покусились на честь человека, морально или физически. Этим занимаются только беспредельщики. Когда сам ничтожество, тогда и всех вокруг дерьмом нарядишь. У истинных воров в законе нет и не может быть паханов, не может быть главного среди равных. Голос каждого из воров в законе имеет равный вес и значение. В отличие от честных законников, беспредельщики упростили свою жизнь до примитивизма. Беспредел не терпит равенства и коллегиальности, там рулят паханы уполномоченные, слово которых должно исполняться каждым бараном из подконтрольной отары. Эти командующие повсеместно расставляют доверенных лиц с неограниченными полномочиями. Через своих наместников командующим проще контролировать баранов и стричь с них шерсть. Честные воры не вправе рулить, могут лишь проповедовать воровские принципы, обучая молодежь собственному ремеслу. Воры оберегают свои принципы от посягательств и извращений. В данном кратком повествовании указаны основные принципы, зная которые, легко сориентироваться и определиться, с кем именно имеете дело. Отделив зерна от плевел, сумеете оградить себя от общения с отребьем, родящихся в одеянии людей.